Страх – это главная эмоция, которая поразила население планеты Земля за последние 2 года. Сначала ковид, потом другие события, связанные с военной операцией, связанные с угрозами в отношении нашей страны, нашего суверенитета, угрозой каких-то других гражданских проблем. В общем, состояние населения очень сильно находится под влиянием этой эмоции. Она в избыточном количестве является крайне разрушительной. Восточная медицина считает, что страх локализуется в почках. Почки – это главный резервуар этой эмоции. И, безусловно, у большинства людей этот орган либо на энергетическом, либо уже даже на физическом уровне требует поддержки, требует помощи. Я Елена Миргородская, фармацевт, биотехнолог лекарственных препаратов. 18 лет занимаюсь применением в практике природных средств оздоровления. Имею квалификацию аромаэксперта, фунгооздоровителя, специалиста по растениям для оздоровления человека, по нутрициологии и многим другим дисциплинам. Приглашаю вас на марафон, посвященный укреплению здоровья почек. Причем наш марафон ставит целями не только физическое очищение этого органа, но также энергетическое его укрепление с помощью эфирных масел и с помощью энергетических практик. Я приглашаю вас на марафон по почкам, который на 4 уровнях рассмотрит здоровье этого органа. На уровне Земля и какими средствами, с помощью питания, с помощью применения лекарственных растений можно укреплять этот орган, очищать его и улучшать процессы регенерации. На уровне вода, каким образом дренировать его и способствовать его скорейшему очищению. На уровне воздух с применением эфирных масел. И на уровне огонь с помощью различных практик, нацеленных на психоэмоциональное состояние, которое непосредственно связано с эмоцией страха. Кроме того, всеми инструментами, которые мы будем применять на марафоне, являются исключительно только природные средства, без каких-либо исключений. Только растения, лекарственные грибы, биогенная вода и другие очень интересные и, возможно, в новинку для вас будут средства, которые напрямую влияют не только на здоровье почек как органа, но также на гормональную систему и на улучшение выработки серотонина, прежде всего, для того, чтобы нейтрализовать действие адреналина, который выделяется над почечниками. Поэтому программа очень интересная, рассчитана на 30 дней, и она позволит вам укрепить состояние этого органа, избавиться от избытка эмоций страха, укрепить орган и впоследствии не быть столь сильно подверженными эмоциям страха. Приглашаю вас на осенний марафон, буду рада вас видеть и поделюсь всеми знаниями, которыми обладаю. Приходите!